Ну, наконец-то все на своих местах. А то вот с чем ходил. Ну, или ездил. Всем привет. Я, походу, вам уже понадоел со своими стеклами, пленками, а также фишками всякими для MIUI. Ну, вот вам такой разгрузочный ролик, где я расскажу, ну, просто лучший вариант для ваших автодокументов. Я долго искал, какую бы обложку для них заказать себе, но остановился именно на этой и нисколько не пожалел. И пока я не начал про нее рассказывать, небольшой опрос. Нужен ли обзор про мой авторегистратор от Xiaomi, с которым я уже больше 2 лет? Пишите ответ в комментариях. О нем реально есть что рассказать. Начнем с распаковки. Пришла обложка просто в пакете, но была обмотана в какую-то мягкую белую бумагу, ну чтобы не повредилась искусственная, или как сейчас модно говорить, эко-кожа. Давайте ее открою. Воу, не правда ли классно смотрится? Ну, ребят, я прям доволен, не обманули китайцы, все как на картинке, и даже лучше. Внутри положили опять бумагу. Блин, здесь нереальная куча различных отделов. И еще такой вот сборник плотной мультифоры идет в придачу. Но что-то мне кажется, что я ей пользоваться не буду. Так все размещу. Просто посмотрите, сколько в ней листов. Даже формат А4 залезет для страховки. Только у нас в Казахстане в бумажном варианте ее вообще отменили. Ну а так как бы она залезла сюда без проблем. В общем, классно, не правда ли? Места для документов тут хватит с лихвой. Вот мой вариант размещения доков. На первой странице я вложил права моей супруги. А как вы относитесь к тому, что водят женщины? На второй техпаспорт, техосмотр, доверенность, но кажется, что ее тоже отменили. Но это не точно. Вожу с собой на всякий. А также страховку и ПТС автомобиля. Ну короче, все на своих местах. И немного моей предыдущей обложки. Этот ужас выглядит вот так. Короче, это яркий пример моей экономии. Но у нас в городе лучше хрен что купишь. Везде эта дешевая шняга, которая стоит почти как этот вариант подороже. Да блин, как я вообще с этим ходил? И не стрёмно же было. Наверное, инспектору и штраф было западло выписывать обладателю такого ужаса. Но если серьезно, то ездите и не нарушайте. И не будет вам штрафов. Как можно такую хуйню нести, ебаную, блядь? Знаю, знаю, всегда есть шанс нарваться на какого-нибудь продажного носителя погон. И это уже дело случая. Так что всегда ездите с авторегистратором. Но нарушать все равно не нужно. Как вы поняли, я заказал не самый дешевый вариант. Ведь брал за $8, а теперь она и вовсе 12. Ну, распродажа же все-таки. Надо же китайцам срубить бабла. Конечно, есть по 3 и по 4 бакса, но мой выбор остановился именно на этой обложке. Тут уж решать вам. Я не уверен, что обложка подешевле будет выглядеть вот так уже почти после года использования. Скорее всего, вот как-то так. Причем я не оставляю документы в машине, а каждый день ношу их из дома. У нас просто какие-то мудаки любят стекла в машинах бить и воровать все из нее, так что ну нахер. Короче, вот так эта обложка сохранилась. Да-да, не удивляйтесь, я с ней уже с августа 2018 года, она прям как новенькая снаружи. Но только немного подзапылилась внутри. Точно такие же я оставлю для вас в описании, только подешевле. 12 баксов это для нее сейчас, конечно, перебор. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, товар был вам полезен. И у вас прибавится на одну хорошую вещь в доме больше. До скорых встреч и пока-пока. Гаишники берут взятки. Можете вы сказать, взяток же не берут гаишники? Конечно. Не берут, да? Это запрещено. Запрещено. Дача взятки можно самому лицу. Мы охраняемся законом. Мы же для людей работаем.